Всем привет! 5 сентября. Сегодня в огород не идем. Картошки там осталось несколько рядочков выкопать. Решила сегодня наконец-то хоть заняться переработкой овощей. А то кухня вся заставлена в банках, кладовка вся уже полная с заготовками, а на балконе ящики с овощами. Вот это самые первые собирала баклажаны. Это уже, наверное, недели две назад. Вот они уже немножко свой тургур потеряли. Ну, как бы ничего, они немножко завяли, но в них сейчас меньше жидкости. Не такая жидкая получится икра. Икра не икра, какую-то закуску сделаю. Особого рецепта нет. Просто вот 12-литровый таз. Тут в основном одни баклажаны. Сверху немножко перцев. Лук, морковка, кабачок добавлю. Чеснок и стручки горького перца. Может быть, один стручок, может, два. Попробую по вкусу. Морковку пережарю брусочками. Лук тоже пережарю. Пережарю, наверное, часть баклажан. Потому что если вообще все жарить, очень жирное получится. Морковку с луком потом или через мясорубку пропущу. Или в блендере. Или, ну, этим погружным блендером. Это все буду прокручивать через мясорубку. Такая крупинчатая получится закуска. Кабачок, не знаю, он какой тут. Еле почистила, кожура уже такая дубовая стала. Уже к зиме приготовился. Мякоть из него выну. Кабачок тоже получается менее сочный, поэтому икра будет густая. И вот моя супер мясорубка. Этой мясорубке, наверное, как мне лет. Это, наверное, может чуть помладше меня, может лет 40 всего ей. Но вообще супер вещь. Вот этот ножик как стоял в мясорубке, так он и стоит. Единственное, что время от времени подтачиваем его. Пробовала, покупала электрическую мясорубку лет, наверное, 10 назад. Буквально, может, раз 5 использовала ее. И какие-то детальки полетели. Ремонт. Мясорубка стоила 2500, а ремонт в районе 1000. Я даже ремонтировать не стала, выкинула ее и все. Вот, пользуюсь вот этой вот. Ну ладно, всем пока. Что потом получится, покажу.